Умоляю вас, сжальтесь, очаровательная Анна Мартыновна. Ну, я же вам сказала, что я сегодня не в голосе. Ну, махайте на меня, махайте. Нет, вы просто безжалостны. Вы такого жестокого создания. Позвольте вам выразиться. И такой чудный голос. Ну, умоляю, сжальтесь. Ой, как вы мне надоели. Одну только нотку. Например, как божественно у вас выходит эта фиоритура. Нам крест тяжелого страдания в замену счастья должно несть. Не плачь, не плачь, мой друг, твои рыдания, душа не в силах перенесть. Скажи, зачем тебя я встретил, зачем тебя я полюбил, зачем твой взор улыбкой мне ответил и счастье в жизни подарил. Тебя снизу меня, я не твоя, я не твоя. Тебя снизу у меня, я не твоя. Ты не моя. Не видите мне твоих лобызаний, не слышать мне твоих речей, не разделять с тобой твоих страданий и тихой раны. Виноват, Максимыч, что же ты вы в меланхолии? И тихой радости твоей. Разве жениху можно так? Как вам не стыдно, противный? Тебя не вырвут у меня навек зимой, а я твоя. Тебя не вырвут у меня навек зимой. А ты моя. Ну, о чем вы задумались? Женитьба шаг серьезный. Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно. Какие вы все противные скептики. Возле вас я задыхаюсь. Зачем тебя я встретил? Зачем тебя я полюбил?